самого утра площадка Гагаринского парка в Симферополе стала центром притяжения для горожан и гостей столицы. Здесь расположилась специализированная пожарно-спасательная техника, с которой могли познакомиться все желающие. Всем желающим показана пожарная техника, которая с 2014 года оснащены все подразделения в Крыму. Также сотрудники подразделений показывают пожарно-техническое вооружение и рассказывают о возможностях техники. Могли крымчане поучаствовать в соревнованиях на время. Команды упражнялись на диване экипировки, стреляли из пожарных стволов по мишеням, перетягивали канат, учились оказывать первую доврачебную помощь. Главное мероприятие прошло в Керчи, где открылся новый пожарно-спасательный пост. Современный пост оснащен по последнему слову техники. В арсенале бойцов два мотоцикла, автомобиль КАМАЗ, который также оснащен аварийно-спасательным оборудованием и цистерной. Мы к этому празднику приурочили открытие отдельного пожарно-спасательного поста в Керченском гарнизоне, главной задачей которого будет являться обеспечение безопасности как транспортной, безопасности техногенной, связанная с теми рисками, которые сегодня существуют на транспортном переходе. Безопасность людей – приоритетная задача для крымских подразделений МЧС. Сейчас депо укомплектовано спецтехникой и оборудованием. Это значит, что дежурные расчеты всегда будут в полной боевой готовности, а передвижение по Крымскому мосту под постоянным контролем спасателей МЧС России. Яна Витренюк, служба новостей ИТВ.